Друзья, всем доброе утро, я нахожусь на основном аккаунте, и у меня в магазине очередная легендарочка, которую я куплю, и мне останется совсем немножко, чтобы прокачать ее на максимальный уровень. Для этого я буду сегодня искать добровольцев, которые будут готовы мне задонатить эту легендарку взамен на какую-то другую. В общем, я сейчас все объясню, прежде чем перейдем к теме ролика, пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Все, сделали, поехали теперь к самому... Опа, а там что-то в магазине изменилось? О май гад, блин, тут новая спецуха. Новая спецуха, а я надеюсь, карты не изменились. Нет, карты не изменились. Опа, ребят, ну я не планировал в этом ролике открывать спецуху, я вообще ее не видел. Только сейчас вот вошел в игру, вижу, что добавили. То есть, ну, час назад ее не было. Вот, если вы хотите, чтобы я эту спецуху купил на видео. По поводу конкурса, кстати, можно и конкурс сделать, если хотите, на эту спецуху. В общем, посмотрим. Давайте, если хотите, чтобы задонатил, 5000 лайков. Мне просто нужно деньги вывести со счета сейчас. 5000 лайков набираем, и я доначу эту спецуху сразу же. Скелетики, новые эмодзи. Я ору просто, сколько суперселы будут нас кормить этими эмодзами. Тащи платно. Но тут золото, плюс магический легендарный сундук, еще 4 токена эпических. Ну, окей, я, в принципе, не против. Прикольный. Задонатим, если вы захотите. А тема сегодняшнего ролика, ребята, это гонча. Смотрите, я сейчас, если приобрету ее, мне останется ровно 2 карты на 13 уровень. Я прошу вас, у кого есть легендарные токены, вступить в мой клан. Сейчас покажу, как мой клан выглядит. Вот мой клан. Если у вас есть легендарные токены, я приму у вас гончу взамен на любую, ну, любую другую легендарку. Неважно какая, абсолютно любую. Поэтому, кто готов мне помочь дапать гончу на максимальный уровень, пожалуйста, заходите в клан, кидайте мне запрос. Кидайте, как там, обмен или торговлю, запрос карт, ну короче, я думаю, вы поняли. Но это те, кто готовы помочь. Я думаю, что таких будет немного, но тем не менее, у кого есть токены, я знаю, что люди некоторые занимаются даже продажей этих токенов, господи, чем только народ не тешится и не зарабатывает. В общем, приходите ко мне в клан, кто готов добровольно мне пожертвовать гончу. А я покупаю, и осталось у нас 2 карты, 18 из 20. Я, в принципе, ребята, даже готов, если когда прокачаю гончу на максимальный уровень, даже готов с ней потренироваться, составить какую-то деку, мету и буду с ней врываться. Вот, это все, что я хотел сказать по поводу гончи. Ну, а теперь, как по традиции, я должен провести онлайн-каточки, но я не могу пойти сейчас в глобал, мне, честно, не то что стрёмно. Да, не, мне стрёмно сейчас сливаться, просто мне так трудно давались эти 5500 последние 2 дня, что я в этом ролике не хочу идти в глобал, я хочу быть полезным для своего клана. А полезным я буду, когда сыграю вот здесь, вот, смотрите, в клановых войнах. Я редко в них играю, ребята, напишите в комментариях, было бы вам интересно, если бы я периодически записывал, как началась там или закончилась клановая война, как я здесь играю, провожу онлайн катки. Просто этот режим мне не сильно зашел, но я периодически, бывает, в него играю. Мне очень нравится режим здесь. Это, сейчас скажу, по-моему, тройной эликсир, да, там с големом вообще просто такое вытворяю, что мама не горюй. Так, ну, короче, я так понял, можно заходить слева сейчас. Так, блин... Ой-ой-ой, блин, и гоблины мешают. Так. Блин, офигеть, палач не сносит этого дровосека. Да ну нах, просто ить. А взорвется голем, к сожалению, возле башни. Вот я тупица. Так, ладно, мы уже прокрутились до второго хога. Как только сейчас соперник поставит голема, мы сразу же пойдем в атаку. Ай, или лучше не в атаку идти, а молнию, думаю, использовать. Потому что, так, по идее, сейчас... Опа, отлично. Наверное, я не попал бы, да, по дракончику, если бы даже хотел это сделать. Не знаю, как сейчас, что будем делать. Ну, давайте, такой вот, оп, и все, да. Ну, это максимум, что мы могли сделать. Так, так. Ну, давайте попробуем, оп. И бревно наперед. Давай гоблинов, найс. Так, ну теперь надо задефать его голема и дровосека. Так, хок нормально наносит урон. Если бы он еще дровосека слил, было бы вообще прекрасно, но увы. Так, все, теперь я ровно вот так вот кидаю палача. Спокойненько. Теперь у меня есть, ну, нормальный цикл. Я могу не сливать рыцаря. Так, естественно, я не дам голему взорваться возле... А, у него молния, наверное. Хотя... Какая разница? Пускай взрывается возле вышки, да, ребят? Ой-ой-ой. Ну ладно. Нанесем урон по главному зданию. Так, теперь.
Слушайте, ну мне надо добивать. Ё-моё, там уже ведьма ночная. Ну ладно, поехали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Так, тут палач. Смотрите, а мы там должны снести вышку. Сносим, прикольно. Так, здесь давайте скелетики. Здесь у нас так. Так, здесь у нас торнадо. Подтягиваем. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Здесь палач. Так, хорошо, вроде как задефались. 800 хп остается. Так, сливаем скелетов за один эликсир. Ставим здесь рыцаря и забрасываем хога. Плюс этот дух и бревно вот так вот. О, он голема поставил, все, GG. Это однозначно победа. Я думал, что я уже проиграю. Еще одну тычку, победа. Блин, а в клановых войнах на самом деле интересно в плане того, что, ну, какие-то режимы новые, но очень скудные призы, очень скудные. Если было бы ради чего здесь тратить время, я бы, конечно, наверное, в клановых войнах бы почаще играл. О, еще и легу, вот смотрите, вытащил. Аж две леги. Ты смотри, какой я полезный для клана. Так, X3 эликсир, я не знаю, какую колоду, конечно, взять. Так, для X3 режима я составил деку сам с големом. Вот такая вот дека у меня получилась. Поехали в X3. Я, правда, не знаю, какими деками здесь на самом деле нужно играть. Ну, хз, ну я думаю, что тут однозначно нужен голем, хрен знает. А может, гигант, без понятия. И вообще тут не важно, какой декой. Ну, я думаю, что точно не мортирой, да. Приоритет, наверное, пуш деки тут имеют. Да, вот, смотрите, парень против меня с гигантом. Ну, в принципе, чё, переживать. Я думаю, блин, жаль, вот голема не было. Так, ну давайте здесь, конечно же, Poison. Так, дракон. Дракон, дракон. А, три мушкета еще могут тут зайти, неплохо. Так, снова, смотрите, там уже второй гигант пошел. Дефаем, дефаем, дефаем. Так, здесь давайте дракончик. Здесь дровосек. Дровосек под рейджем должен нормально выдать. Должен нормально выдать урона. Так, подождите. Так, хорошо. И используем разряд. Да ёптите, ты посмотри, спамит. Наверное, все-таки надо было что-то подешевле выбирать. Как-то вот не идет сейчас, да? Атака немножечко. Так, давайте так попробуем. И разряд. Ё-моё, ты мне дашь проатаковать сегодня, нет? Просто ору. 1400 хп осталось. Окей, накидываем. Блин, мне на голема поставить. Срочно нужно ставить голема. Так, давайте вот здесь ставим голема. Так, все, сейчас дефаем его гиганта. Он уже там второго гиганта сейчас должен быть должен поставить. Ну и пускай ставит. Нам самое главное задефать его гиганта и докрутиться до второго голема. Так, отлично, вот у нас уже скоро второй голем. Моя очередь прессинговать, хотя что-то пока не очень получается, да. Такой себе прессинг, слабенький немножечко. Так, окей, здесь давайте мегаминьон рано. Рано мегаминьон. Господи, не, я не ту деку однозначно выбрал. Ну я, ребят, честно, в КВшке редко играю. И хрен знает, чем тут тащат. Но видим, что огромное, огромнейшее преимущество у соперника просто. За счет того, что колода дешевле в разы. Да не знаю, может, два принца тут реально нормально работают. Так, давайте дровосек. Господи, какая херня. Какая херня. Блять, просто я ору. Я не понимаю. Тихо, разряд. А, жесть. Колдун офигеть как мешает. Так, давайте тоже попробуем стянуть. Здесь давайте так. Разряд. Да быстрее, блин, там разряд. Фух, бред какой-то. Так, а тут ничья может быть или не может? Потому что, ну, я могу и на ничью претендовать, в принципе. Почему бы нет? Так, мегаминьон. Торнадо, чтобы урон не попадал по вышке. Отлично. Остается... Да нет, тут вряд ли на ничью я вытяну, потому что после внезапной смерти, скорее всего, будет еще... Ой, после этой фигни будет еще внезапная смерть, да ведь? Или нет? Я бы, конечно, не отказался от ничьи. Блин, не внезапная смерть. Блин, как же трудно, а. Ну, я тут проиграю, скорее всего. Скорее всего, проиграю, блин. Так, дровосек. Ну, вот это он немножечко погорячился по поводу принца. Вперед, мне так кажется. Так, не сливаем торнадо. Ставим голема. Так, отлично. Ну все, давайте попробуем сейчас проатачить. По-моему, ошибку допустил соперник. И это шанс. Давайте разряд.
Так, отлично, дровосек. Давай, мага уничтожить. Самое главное уничтожить мага. Дальше у нас залетает дракон. Дракон залетает, здесь используем poison. Давай быстрее, дракон залетает. Вообще разрывает там всех подряд. Сейчас дровосек сдохнет. И мы просто тащим, пацаны, тащим. Да ладно, блин. Так, окей. Нам осталось кинуть яд. И все, да? И не подпустить гиганта к вышке. А я-то еще могу что-то, да? Я думал, проиграю. Ну, блин, он так подкидывает яра. Вот у него ошибка была, когда он слил темного принца вперед гиганта. Но это была однозначно глупая идея. Еще легендарочку выбил. Окей, так, и что нам остается? Сыграть какой режим? С клановыми воинами все плохо. Суперсел, очнитесь. Вы реально думаете, что вот это будут играть постоянно? Давайте что-нибудь нам новенькое. Так, бум-бум-бум, я возьму пушечку. Так, мега-рыцаря возьму однозначно. Вот это возьму. Так, прикольно, отлично. Так, психопат против меня. Мне понравилась моя колода, я думаю, что я смогу выиграть. Так, давайте делим гоблинов на две стороны. Хотя, в принципе, давайте вот королевского призрака закинем. Так, тут x2 элик, да? Все правильно, я понимаю? Окей, тут летучие мышки. Ой, у меня зеркало, прикольно. Здесь орда миньонов. Опа. Так, ну здесь пушечка, естественно. И вот такой вот фаербол. Бэм! Так, здесь гоблины. Ёптеть! Это ну нах, просто да ну нах. Вы просто офигеть. Блин, жесть. Вроде нормально все сделал, а в итоге, видите, да, сколько урона пропустил. Так, ладно. Зашибись просто. Так. Мега-рыцарь. Давай. Ну, пушка, живи, пожалуйста, не надо помирать. Живи, пушка, живи, родная, давай. Так, тут фаербол. Давай, уничтожай. Ах ты ж, сука. Так, ладно, справа, что мы будем дефать, не будем? Да нет, ну одного дефать смысла нету. Так, запускаем призрака. Ё-моё, я проигрываю, блин, я не могу проатаковать. Хотя, казалось бы, у меня дека вроде как получше. Так, здесь орда миньонов. Так, ты, блин, вроде как бы должен его контрить, я не знаю, что происходит. Да ёптить, опять три мушкета. Так, давайте фаер... Да ё-моё, блин, я охренею просто. Стоп, откуда летучая мышь? А, это же, блин, это же ночная ведьма. Да ё-моё, я проигрываю. Почему я проигрываю? Блин, какой-то бред. Не, вот тут вообще... Мне понравилась моя колода в начале, и как-то вот... все пошло не так, как я думал в конце. Печаль, вроде у меня и фаер, и мега-рыцарь, а вот что-то не хватает. Все равно. У меня нет разряда, у него вот эта гребаная армия скелетов, блин. Давайте орду миньонов сольем, что ли, здесь. Так. Блин. Торнадо еще. Ну, какой-то бред вообще. Давай. Оп, хорошо. Ну, там уже вторая сейчас будет порция мушкетов. Ну, попробуем. Блин, да ну нах, как тут тащить вообще, блин, можно? Давайте пушка. Пушка, давай. Хоть чуть-чуть урона. Да ну, блин, я тут проиграл. Блин, мне стыдно. Стыдно перед кланом. Они, наверное, тут вообще без поражений играют. Я не знаю, ребят. Но вот если объективно смотреть на ситуацию... Ну, вы же видите, да, что как-то у него лучше получается атаковать. Я как бы тоже ничего такого... Ну... Блин, не знаю. Даже не знаю. Может, из-за того, что у него есть атакующая карта, у меня толком ее и нет. Ладно, психопат победил. Мы получаем вместо этого, вместо крутого сундука, деревянный сундук. Но, тем не менее, две каточки победных, одна поражение. Все, больше не могу. Да, все, отыграл. Так, сколько... Ну... Нормально. В общем, такой видосик получился. Я вообще редко играю в клановые войны. Ну, для разнообразия мне понравилось. Короче, ребят, я думаю, что вы поняли, что делать. Если хотите спецуху, 5000 лайков. Если готовы мне пожертвовать лаву, залетайте в клан и кидайте запрос. Спасибо вам всем за просмотр. Ждите новый видосик, он будет, я думаю, совсем скоро. Потому что вы 5000 лайков поставите, вы у меня молодцы. Я в вас верю. Спасибо, скоро увидимся. Пока. Stop.